Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о выходе новой версии iOS 13.1 Beta 2. Итак, что мы здесь имеем? Имеем, что вышла 13.1 Beta 2, она весит 235 мегабайт на данной версии iOS, точнее, на iPhone SE, на каждую версию из моделей поступает свой вес. Поэтому вот, мы уже знаем, что это не Beta 9, а мы уже знаем, что они перешли на новую линейку iOS 13.1, и все-таки это Beta 2. Вот. Что нового, я вам позже расскажу, полистаю, почитаем, посмотрим и сделаем какие-то выводы. А пока посмотрите, как работает в целом она, скорость работы, о новшествах я уже потом расскажу. Surprise you.